В Уржуме прошел фестиваль колокольного звона. Мастерство звонарей и красоту колокольного звона оценил Кирилл Сосолятин. По итогам, ни победителей, ни проигравших. На фестивале колокольного звона нет места соперничеству. Евгений Масунов стал звонарем 4 года назад. Он утверждает, что колокольный звон – это не набор навыков и музыкальных знаний. Звон идет от души. Вот, ребята, прямо скажу, я уже 4 года, но когда поднимается звонницу, прямо скажу, у меня даже мурашки так вот, понимаете, такое вот, душа буквально так вот ликует. Ну, соответственно, все это стараюсь выразить в этом звоне. Что такое звон? Это звон – это бессловесная молитва к Богу. Но при этом каждый звонарь просто обязан обладать хорошим чувством ритма. Также немаловажно чувствовать, как именно бить в колокол. Что такое удар по колоколу? Это как хорошего человека хлопаешь по плечу. Не сильно и не слабо. И по колоколу также. Когда будешь сильно, колокол захлебнется. А когда слабо, самому не понравится. Несмотря на то, что колокол на первый взгляд кажется не самым многогранным по звучанию музыкальным инструментом, и при том, что в распоряжении звонаря обычно всего 5 колоколов, у каждого звонаря свой стиль, отличный от других. У каждого звонаря и у каждого, значит, Божьего храма свой стиль, свой почерк. Ну, вспомните, значит, московские звоны, киевские звоны, звениговские звоны. Так что, конечно, основное где-то начало, значит, основное, как бы, положено по уставу. Там, да, благовестие, звон, и там праздничная встреча, значит, архимандрита, это да. А остальное, ну, усмотрение звонаря. Ежегодно фестиваль колокольного звона в Уржуме собирает звонарей из разных регионов. И тогда колокольный звон разносится далеко за пределы города. Каждый желающий в этот день может попробовать себя в роли звонаря, но получается далеко не у каждого. Если ты... Без особой ответственности, без особого трепета подошел к ним, они не ответят взаимностью. Колокола, они живые, хотя холодный металл, олово, бронза, такой сплав. Но от них тепло, реально тепло. По крайней мере, на душе. Кирилл Сосолятин, Руслан Быкасов, Вести, Кировская область.